Давайте еще раз. О, представьтесь, пожалуйста. Я Вова Гущин. Погромче. Я Вова Гущин. Оля. Оля, а фамилия? Боюсь, Гущин. Кто такой Владимир Петрович? Кустарников. Тебя вся Россия увидит, Миша. Ты звезда. Здравствуй, Полиночка. Чунга-чанга, весело живет. Чунга-чанга, кто здесь молча? А знаешь ли ты, кто такой Владимир Петрович Кустарников? Сонин папа. Конечно, этим он всем и известен нам. Какой Сонин папа, дядя Вов, он какой? Опиши, пожалуйста, своего папу. Ну, он такой. У него как? Череп, идет шея, руки, и вместо живота у него кость идет, как позвоночник. Храбрый? Да. Сильный? Да. У него не так много волос. Козий череп. Очень здесь вот. Есть кожа на голове, но она очень тонкая, серая. А ты знаешь, что у Владимира Петровича Кустарникова день рождения? Ему 50 лет. Поздравляю! С Днем защитника Отечества. А он просто сам будет снимать? Конечно. Петрович, он становится в 50 лет умнее, мудрее и уверенным в себе. Он может ставить большущие спектакли в 50 лет. А чему хорошему он тебя научил? Массаж делать. Вот такого. Становляй! Есть стихотворение. Давай. Правда, не очень стихотворение. День рождения Владимира Петровича. Я его поздравляю с его 50-летием, пусть он будет очень трудолюбивым и ухаживать за собой. Люблю! С днем рождения! Молодец! Жаша! Пап, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, удачи и чтобы ты был самым лучшим заслуженным артистом. Я тебя люблю.